танки, орудия, ракеты. Именно здесь были сосредоточены самые крупные в мире военные группировки, по миллиону с каждой стороны. В течение долгих лет они ежечасно были готовы к получению приказа о начале боевых действий, с тем, чтобы ринуться вперед, сметая на своем пути все живое. Это были мощные группировки. Если бы, как говорят, началась война между этими блоками, Варшавским договором и НАТО,